Целый год без лифта и всю жизнь без тротуара. С проблемами, которые чиновники не смогли решить на уровне местного самоуправления, жители республики обратились к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Ольга Пырочкина подробнее. Улицы энтузиастов 10, корпус 11. Жильцы этого дома поднимаются и спускаются пешком. Лифт не работает. 6 июня нам выключили 2016 года. Сейчас будет год уже, через неделю. Татьяна живет с двумя маленькими детьми на 9 этаже. Инстанции, куда она обращалась, обещали все уладить. Однако женщина и ее соседи по-прежнему ходят пешком. Так и дошли до главы региона. Мы встретили ее в приемной. Мамам молодым с детьми очень тяжело с колясками спускаться, подниматься обратно. Очень тяжело. Коляски, ребенок, оставлять коляску внизу тоже невозможно. Когда в магазин идешь с продуктами, ребенок, если грудной, его на руках надо держать. Тяжеловато. Мы попробуем в третьем квартале все это сделать, завершить, да, чтобы лифт в этом году к зиме заработал у нас. Хорошо. Чтобы вы больше не мучились, летний период времени сейчас, кто в деревне, кто это, как раз период ремонта начинается, и замена лифтового хозяйства, поручение соответствующее, да, городским властям, будем отслеживать, контролировать. Светлана пришла на прием с проблемой, которой уже не год и не два. Около начальной школы номер один для детей с ограниченными возможностями здоровья нет тротуара и подъездных путей. А территория самой школы с момента постройки вообще там отсутствует практически асфальт, там земля и подъездные пути. Я понимаю, во многих местах дороги сейчас требуют, но здесь все-таки контингент деток немножко другой. Угу. Поэтому, наверное, отношение, соответственно, тоже другое. А самое, конечно, насущное, все бы, наверное, терпели. Отсутствие пешеходной дороги. Дети ходят по проезжей части. В программе капитального ремонта этот участок дороги он включен под 1 миллион рублей. Стоимость. К 1 сентября должны быть работы все выполнены. Другие обращения были на тему плохого состояния дорог в сельской местности, газификация. Личный контроль главы дает надежду, что проблемы будут изучены, а некоторые даже решены до конца этого года. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Игорь Зверев. Республика.